Читаю 25 главу книги пророка Исаии. «Господи, Ты — Бог мой! Превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное, предопределение древней истины. Аминь! Ты превратил город в груду камней, твердую крепость в развалины. Чертогов и иноплеменников уже не стало в городе, вовек он будет не восстановлен. Посему будут прославлять тебя народы сильные, города страшных племен будут бояться тебя. Ибо ты был убежищем бедного, убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака подавлено ликование притеснителей. И сделает Господь Саваоф на горе сей для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей и самых чистых вин. И уничтожит на горе сей покрывало, покрывающее все народы, покрывало, лежащее на всех племенах, поглощена будет смерть навеки. И отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажет в тот день: «Вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и возвеселимся во спасении Его. Ибо рука Господа почиет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем, как попирается солома в навозе. И хотя он распрострет посреди его руки свои, как плавающий распростирает их для плавания, но Бог унизит гордость его вместе с лукавством рук его, и твердыню высоких стен твоих обрушит, низвергнет, повергнет на землю в прах».